Ребята, вот там босс такой огромный, посмотрите, какой босс. Твою, поджарим просто его на огне, поджарим, чтобы он сжарился. Дорогие друзья, а перед тем, как посмотреть это видео, я хочу вам порекомендовать подписаться на мой канал. Сделать вы можете это вот здесь вот. Также нажимаем на колокольчик, ставим здесь галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала». Таким образом, когда я буду выпускать новые видео, вы будете их видеть самыми первыми. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра. И сегодня мы будем играть в игру Swamp Attack. Проходить дальше. Ну что ж... Так, давайте выберем так, быстрая миссия 14. Чтобы покупать и улучшать оружие, укрепление и взрывчатку, используй монеты. Так, сейчас посмотрим, что мы сможем здесь делать на 14 уровне с вами. Так, эпизод первый еще больше. Так, ну что? Защиту мы повыставляли по всему периметру. Давайте забросаем их динамитами. Крокодилов, вот этих, которые нам мешают нормально жить в этом обществе и вообще находиться так. Так, ребята, поменяем давайте куколку нашу на эту куколку. Это мне нравится. Так, комары, отлично, так, убили. Так, давай. Бросаем, пускай горят комары. Так, бомб нету. Эл. Так, ребята. У меня еще жаба сидит вон на домике. Если вы видите, то тут сидит жабка, которая кушает комаров, если они близко подлетят. Прикольно, да? Я считаю, что это просто отлично. Убивали. Так, давайте я пушку. О, это же уже другое дело, вот это понимаю. Так, все, ребята, прошли уровень, так, двигаемся дальше на другой уровень. Так, хочу взять другое оружие, потому что это оружие не совсем мне подходит по... Так, специальное. Не-не-не, взрывчатка, ребята. Мы вместо взрывчатки... Хочу вместо коктейля взять... батарею. О, вот батарея мне годится. И вместо холодильника я возьму, наверное, ядерная бомба у меня есть. Бомбочку-вонючку. Давайте точно бомбочку-вонючку мы с вами возьмем. Так, а из оружия я предпочту что-то... Огнемет мы брали, это брали, брали. Так, в принципе, все уже здесь перебрали. Давайте выкинем вот этот, возьмет миниган, вот этот пулемет. И давайте возьмем. Да, в принципе, все. Пускай эта пуколка и будет у нас так. Ну что ж, давайте продолжим нашу замечательную игру. О, ребята, опять уровень с НЛО. Опять сейчас летающая тарелка у нас что-то заберет. Сейчас посмотрим. Ну да. Мне поздно летающая тарелка. 15. Все, у меня все позабирали. У меня осталось 20. Нет, ничего не осталось у меня абсолютно. А как же мне, дорогие друзья, забрать тарелку? Отлично. Понемножку выбиваем свои эти штучки. Забираем свое оружие. Но мне же нужно всех тарелок перебить, чтобы забрать. Иди сюда. Бомбу-вонючку я выкинул. Так, держи. О, пулемет появился, ребята. Вот. Ну что, готовы? Вот так вот, получайте. Всех перестрелю, проходила. Всех перестреливаю. Так, отлично, подарок. Взяли. Опа, чап, куколка наша вот. Все, опа, где-то летающая тарелка опять. Все, отлично. Опять все патронов у нас на пулемете. Давайте перестреляем всех крокодильчиков, которые нам мешают. Ты шо, гаденыш, куда ты прёшь? Куда ты прёшь? Куда ты прёшь? Так, я не понял, ребята, что это такое? Бобры идут, а они как-то, ну, бомба-вонючка. Всё, ребята, НЛО растеряла все свои тарелки, и мы с вами получили... Прошли этот уровень, и мы с вами забрали все свое оружие. Фух, ну наконец-то, потому что я думал, что уже
Так, дьявольские уровни разблокированы, ребята. Теперь у нас появились дьявольские уровни. Так, ну что ж, ребята, давайте начнем, собственно, играть в 16-ю миссию. В принципе, из оружия я не хочу ничего менять, пускай все так пока и остается. А сейчас начнем играть и посмотрим, что там, в принципе, будет. Так, ну пули надо. О, смотри, как они валят. Просто я не знаю, как этих отбиться. А мы кинем аккумулятор сюда. Все, ха-ха-ха-ха, убила вас наука. Ха-ха-ха-ха. Здесь перестреливаю, здесь перестреливаю. Так, что это у нас? Берем пукалку нашу и. Давайте бомбу вонючку кинем. Радиокислотная пушка, это просто супер. Она мне помогает проходить уровни и убивать всех, кто на меня нападает, на мое болото. Так, ну что ж, монеты взяли 2. Уровень 1 и 16 пройден. Ну что ж, поехали до следующего уровня. Опять посмотрим, что у нас. Я думаю, с такими темпами, ребятки, мы скоро пройдем нашу игру. Ребята, хочу заметить, кто не подписался на мой канал, обязательно это сделайте. Потому что мы с вами будем заниматься очень важными делами. Так, ну что ж, поехали дальше. 17 уровень. Сейчас после этого уровня возьмем какую-то другую пушку, посмотрим, на что она способна. В принципе, можем взять огнемет, давно мы не пользовались. Крокодила апокалипсис, ребята. Это означает, что их сегодня будет миллиард просто. О, ребят, смотрите, каких только бьют, их не скелеты видно. Ха-ха. Смешно так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо стрелять. Так, где мой дробовик? Всех положу, всех крокодилов переложу на своем болоте. Это мое болото, уйдите отсюда все. Так, бросаем еще один аккумулятор. Пускай их истребим всех тварей отсюда. Так что. Фу, бомбы вонючие, смотрите, ребят, сколько вонючих. Их хватит, ребята, вот это натуре зомби нашествие, посмотрите, сколько крокодилов на голове с какими-то кастрюлями. Так, ну что ж, давайте разок еще сыграем. Последний раз. Так. Отлично, отлично, просто отлично, просто супер. Так, давайте уходим, наверное, туда что-то, потому что их очень много, пускай кто там убивает всех и все. Ну, это славно, Так, все, крокодильчики, мы вас уничтожили. Так, чувствую, скоро будет босс. Ребята, я не понял, как это скоро босс будет? Кто это сказал, я? Так, мы взяли УЗИ. Так, что, мы прошли этот уровень или не прошли? А, это босс, наверное, сейчас будет здесь. А, нет, этот уровень мы с вами прошли, ребята, на отлично. Но если наш дядя сказал, что он чувствует, что здесь скоро будет босс, значит, он не шутит, и здесь в действительности будет босс. Так что давайте будем играть и попытаемся дойти до нашего босса. Так, ну что же, из оружия я хочу, в принципе, поменять. Вот эти УЗИ я хочу выкинуть и взять вместо него пулемет, естественно. И, в принципе, все. Давайте вместо кислотного этого возьмем огнемет. Нет, это гранатомет не хочу. Хочу огнемет взять. Давайте берем огнемет. Все, и теперь мы с вами сможем нормально зарядиться. Не понял. 18-я миссия это... Это, ребята, это конец первого эпизода. Я думаю, что мы сейчас встретимся с вами с боссом. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь будет твориться.
Резня бензопилой. Так, ну что? Давайте подкинем жарку немножко, пускай занимают. Немножко поджарим. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо, держите. Получай, получай. Так, немножко мы пули можно подать. Так, ну что ж, можем кинуть еще одну такую штучку и вонить. Так, все, бомба вонючка у нас установлена. Теперь давайте поджарим. Поджарим, 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 поджарим. Ребята, вот там босс такой огромный. Посмотрите, какой босс. Давай его поджарим просто. Его на огне поджарим, чтобы он сжарился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это и все. Вот это был босс. Да, это разве босс? Да-да, все, мы с вами прошли этот уровень. Так, ну что ж, замочили мы с вами, ребята, босса и перешли на уровень. Я думал, босс будет слишком тяжелый, а он оказался вообще легким. Все, ребята, мы с вами открыли эпизод второй, но играть мы с вами будем уже в следующей части. Ребята, эта часть подошла к концу. Я желаю вам удачи, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, будет много всего интересного. До встречи, дорогие друзья.